Всім доброго вечора. Вітаю вас на останній лекції нашої освітньої програми фестивалю «Лінолеум». І зараз ми поговоримо про доволі цікаву тему, про психологію взаємостосунків у команді. І як не з'їхати з розуму, працюючи з творчими людьми. Про це нам розкаже Сергій Єгоров, Project Lead у Room8. Сергій, передаю тобі слово. Поділишся з нами своїм сакральним досвідом. Обязательно. У меня для этого есть целых 60 минут, возможно, даже чуть-чуть больше. Постараюсь сегодня рассказать про, собственно, тонкости работы с ребятами, которые хотят творить, вытворять, а мы от них чего-то хотим, какого-то срочного дедлайна мы от них хотим. И вот эти вот все проблемы. Будем поднимать проблемы нашего рынка, будем обсуждать, что делать с артистами, чтобы они хотели работать, и как при этом не сойти с ума лично самому. Ну, собственно, что нужно просто знать, когда у вас сидит команда из людей, которые хотят рисовать, а вы их заставляете что-то другое рисовать. Вот как-то так. Но для того, чтобы мое повествование было немножко более логичным, я немножко расскажу про себя. Кто я такой, почему я вообще решил об этом поговорить и почему меня это тревожит. Я начинал как 2D-художник примерно 5 лет назад, где-то так. Я активно скетчил, концептил, и в течение полгода меня пригласили, пока я скетчил и концептил в одной студии, меня пригласили еще и пофрилансить с американцами. Естественно, я зацепился за такой прекрасный шанс, и еще через полгода меня полностью переманили на аутсорс. В процессе этого аутсорса меня сделали арт-лидом для инди-команды. У нас была команда из 30 человек. Они были разбросаны по разным точкам материка Штатов и материка Британии. И мне приходилось, сидя на аутсорсе на диване в Украине, как-то это дело все организовывать и заставлять их делать что-то целостное, понятное, таким образом, чтобы они не выгорали и не сходили с ума, и все знали, куда мы придем и что будет в конце. И это казалось сильно сложнее, чем я думал еще тогда. Потом, после этого, к сожалению, проект завернулся, не дали денег, продюсеры, негодяи, ай-яй-яй, ну, как обычно. И меня после этого приблизительно сразу позвали в Room 8. Я пришел туда на позицию концепт-художника. Я выдумывал environment, я выдумывал всякие миры, концептил sci-fi, в основном sci-fi и космические кораблики. Но я уже тогда активно интересовался трехмерной графикой и, собственно, в этом активно копался. Что произошло в итоге? Пока я копался в 3D-графике, меня несколько раз повысили, и потом заметили, что я какой-то такой очень экстравертный и болтливый парень, и решили, что самое время сделать меня тимлидом. Я тогда еще не совсем понимал, что для меня это означает, и чем это вообще для меня чревато. Но что случилось? Я не совсем тимлид, я не лид всей команды нашей. У нас команда занимается тем, что мы... Собственно, делаем видеоролики, рекламные видеоролики, и не только рекламные, но и постпродакшн для более серьезных, скажем так, проектов, которые нам, естественно, нельзя называть, потому что NDA очень злой и очень суровый. Но, скажем так, есть большие, интересные, вкусные проекты, к которым мы приложили руку как в игровой индустрии, так и в индустрии анимации мировой, и в индустрии кино и постпродакшна, и всяких красивых спецэффектов, которые все любят рассматривать на YouTube. Вот. Мне дали позицию Project Lead. Что это такое? У нас есть несколько проектов, над которыми мы работаем всегда, потоково, постоянно. Часть этих проектов — это от конкретных заказчиков каких-то, и у нас очень много от них заказов по рекламе, и от них же заказы по постпродакшену. И поскольку я с этими ребятами знаком уже давно и долго, меня решили за ними закрепить. Теперь я человек, который отвечает за то, чтобы команда людей, работающая вот с этим конкретным клиентом, делала все вовремя, классно и задорно, что самое важное, как оказалось. Вот, как-то так. Это, собственно, особенности моей работы. Постоянная команда у нас, которая все время находится, скажем так, в пределе, это 15 человек. Плюс мы постоянно добираем нужных нам кадров из других отделов. Чаще всего это какие-то аниматоры, которые занимаются facial animation, или ребята, которые занимаются классной, серьезной, сложной анимацией для животных. Потому что это узкая специфика, с которой работают не все. И мы за этим делом ходим в соседнюю комнату. Ну, ходили, пока не было карантина. А теперь мы ходим в соседнюю комнату на кухню. Вот.
Естественно, все наши ребята — это крутые злые специалисты, 3D-шники в основном. И у нас постоянно происходит гонка с технологией, постоянно гонка программ, методов реализации тех или иных вещей и способов подхода. Но всех их объединяет то, что они делают визуальный контент, так или иначе. Мы все с ними делаем какой-то конечный результат. И все они, по большому счету, несмотря на очень сложные аналитические процессы, они творческие люди, так или иначе. И когда мы говорим про творческих людей, есть всеми любимые распространенные штампы про творческих людей. И почему-то в индустрии принято работать вот какими-то конкретными приемами и принципами, постоянно насыпая нам брейнштормы, постоянно считая, что 2D-артистов нужно обкладывать артбуками. Мы не обкладываемся артбуками, у нас совершенно другая штука. Если бы мы могли обложиться, распечатать по кадрам фильм Квентина Тарантино и где-нибудь у себя в Хексе в офисе повесить, это было бы великолепно, но это сложно немного. Вот. Поэтому у нас немножко другой способ обкладывания артбуками и обкладывание игрушками, потому что все любят как-то обживать свое рабочее место. У нас это немножко по-другому, у нас есть специфика. И на самом деле мое сегодняшнее выступление, оно как раз немножко обобщенное, но всегда про специфику. Про то, что в конкретном месте, в конкретное время все нужно успевать разруливать. И это сложнее намного, чем кажется локально. Так вот, кроме всего прочего, руководство наше, менеджмент, я очень люблю использовать терминологию менеджмент, потому что оно нейтральное, оно никого не обижает вроде бы как. Менеджмент очень любит закидывать нас брейнштормами. Почему-то думают, что все креативные ребята, артисты очень любят брейнштормы, но это далеко не всегда так. Почему-то думают, что без них невозможна нормальная работа. А собрания на самом деле нужны не совсем с артистами, не совсем с исполнителями. Но мы об этом еще немножко позже поговорим. Я просто хочу сказать, что брейнштормы немножко переоценены, и их любят пихать куда ни попадя, тратя кучу времени и сил артистов, исполнителей на вещи, которые по большому счету вообще не должны их интересовать и которые они не должны знать. Вот. Ну и распространенный миф о том, что творческие ребята, креаторы, не любят творческий, то есть творческий, не любят системный подход. Вот с этой штукой мы тоже сегодня поработаем, и я надеюсь, у меня получится немножечко развенчать этот миф, так сказать. Вот. Для того, чтобы немножко было еще больше понимания и осознания того, с чем конкретно мы работаем, вот это наш пайплайн. Возможно, не настолько детальный, как я бы хотел, но, тем не менее, это он. Все начинается у нас, естественно, с идеи, то есть к нам приходит продюсер, клиент или, возможно, нам отдают разработку креативной задачи. Мы выдумываем, что мы делаем, рисуем сториборд и аниматик, получаем бурные восторги от клиента, отправляем это все дело в продакшн. На продакшене у нас сидят трехмерные артисты, которые выдумывают, как мы это будем реализовывать. Потом сидят моделеры, которые выдумывают, собственно, сами модельки, которые потом будут забавно двигаться и бегать по нашей сцене. Сидят текстурщики, сидят аниматоры, которые с этим всем потом типа взаимодействуют. VFX-еры, которые все это поджигают, взрывают, освещают и потом рендерим. Отдельный этап работы — это постпродакшн, на котором все эти картинки, полученные из трехмерного рендера, складываются в цельное изображение, обрисовываются color-грейдами и прочими вкусными штуками. Ну и таким образом мы получаем финальный финал. И как легко догадаться, что вот во всем в этом очень тяжело без какой-то правильной, выверенной системы. А как известно, как мы уже вроде бы как вспомнили, что креаторы теоретически не любят систему. Но вот именно об этом мы сегодня и будем говорить, судя по всему. Дело в том, что кто-то должен знать, кто, что, куда и когда передает. Тут не зря нарисовано огромное количество стрелочек, которые объединяют этих ребят друг с другом, потому что они созависимы. Невозможно сделать работу аниматора хорошо, если была плохо сделана работа 3D-артиста или плохо была сделана работа текстурщика. Тогда это не работает, тогда у нас получается так себе результатик, знаете ли. Вот. У них целая куча специфики, и человек, который отвечает за то, чтобы все друг другу вовремя передали все нужные задачи, все нужные процессы, все нужные материалы, это, кажется, я, судя по всему. Вот. Вот примерно так выглядит работа типичного 3D-шника. Это в основном сложные люди, которые целыми днями собирают 3D-лайауты, которые заключаются из огромного количества мелких деталей, и они сидят и копаются в них постоянно. Они у них не работают, они у них ломаются, но если очень-очень сильно аппроксимировать их работу, она выглядит примерно вот таким вот образом.
со стороны менеджменту кажется, что они делают именно это. Они сидят и двигают модельки туда-сюда, влево-вправо, влево-вправо. Кажется, что это просто, но на самом деле там под капотом куча всего происходит. Отчасти это то, что делал и я раньше и продолжаю делать сейчас. Я начинал приходить в PM, так сказать, уже со стороны 3D-дженералиста, 3D-артиста. Дженералист — это такое странное слово, оно у нас описывает, что это 3D-художник, который делает вообще все. То есть есть 3D-character-артист, который занимается персонажами, есть environment-артист, который красиво камушки раскладывает по локации, а есть я все делаю, делал раньше, когда-то, уже меньше. Потом есть такие прекрасные ребята, как композеры, которые всегда пытаются приукрасить картинку и думают, что реальная жизнь выглядит вот так, но это не совсем правда, и приходится их регулярно тормозить. Они собирают картинку из кучи разных плейтов, стремятся сделать изображение похожим на каких-нибудь последних мстителей, пропущенных сквозь Инстаграм, и регулярно конфликтуют с 3D-шниками, потому что кто-то что-то неправильно порендерил, и теперь у них что-то не работает. Они собирают пазл из разных картинок в одну отдельную, которую мы видим в финале. Все это сложно. Ну и, естественно, аниматоры, которые постоянно сражаются с тем, как должен шевелиться герой у нас на экране и как он шевелится на самом деле. У них тоже сложная специфичная работа, в которую я, к сожалению, не настолько глубоко вникаю, и требующая от того, чтобы все остальные предыдущие отделы и команды работали грамотно и так, как им нужно. А в итоге получается чаще всего вот такой вот Рик Шрёдингера, который работает хорошо, пока его не начинает трогать аниматор. Как только в него запускают руки аниматоры, что-то ломается. Это стандартная ситуация, и секрет отчасти в том, что да, про это нужно все знать, и к этому нужно быть готовым. Так вот, Project Lead. Это я. Это все, что я перечислил, это не все позиции, с которыми мы постоянно сталкиваемся, но это основные ребята, с которыми я постоянно взаимодействую. А я среди этого всего, собственно, и лидую всю эту команду. Я отвечаю за то, чтобы принятые решения на уровне менеджмента и мною принятые решения работали и работали вовремя, чтобы артисты не подрались в процессе и чтобы каждый вовремя получал, что ему нужно в оговоренные сроки. А если этого не происходит, то я обычно тот, кто приходит и пытается всех усмирить, помирить, уговорить и найти компромисс. Я Project Lead, собственно. Чем отличается вообще Project Lead или Team Lead от директора? У нас на пост-СНГшном пространстве, на СНГшном пространстве есть небольшие проблемы с восприятием слова «директор», потому что во всех западной индустрии слово «директор» там трактуется более грамотно, потому что директор — это режиссер, это человек, который направляет, управляет, показывает путь. А у нас чаще всего директор — это чувак, который сидит в кресле и платит бабки, и иногда он принимает какие-то решения, но чаще он говорит, что ему что-либо не нравится. Вот. А на самом деле, как это должно было бы быть, и это то, чему я научился, работая с западной индустрией, лид у них — это вообще самый главный мотиватор, это самый главный экстраверт и самый бодрый парень в команде. Его задача — это понимание общей картины того, что делает команда, видение, и что самое, наверное, важное, это формирование конечного результата через других людей. Фактически, я хожу по офису и раздаю всем розовые очки, чтобы всем нравилось работать и делать то, что они делают. А это, поверьте мне, далеко не так весело, как иногда кажется. Вот. И тут есть маленький интересный нюанс. Дело в том, что лида очень тяжело нанять. Мы об этом поговорим еще чуть-чуть позже, но я бы хотел заострить внимание на том, что работа лида строится не на материальных отношениях со студией. Это всегда про личное, это всегда про сопереживание команде, это всегда про сопереживание за продукт, за проект, за анимацию, за кино, за маленький кусочек этого кино, возможно, который делают вот эти ребята, которые сидят с ним в одном офисе или, возможно, в разных офисах. Лид через удаленку — это еще сложнее, чем находиться с ними в одном офисе. Возможно, у нас хватит времени, мы об этом тоже еще поговорим. Но это целая отдельная презентация должна быть. Самый распространенный вид лидов у нас — это вот такие вот ребята. Я как лид, я должен находиться на передовой, и для своей команды я решаю проблемы и вопросы с вышестоящим менеджментом. Вместо того, чтобы сокрушаться, приходить к ним и плакаться, какой кто-то негодяй, обычно
я прихожу к ним уже с готовым решением. Именно это я имел в виду, когда говорю, что типа лид должен тянуть кого-то команду. Он может тянуть команду вверх, вниз, в сторону, но обязательно куда-то их двигать. Не просто сидеть на месте и рассказывать принятые решения. Это всегда психологический фактор взаимодействия с каждым по отдельности, кто находится у вас в команде, и в то же самое время с группой людей в целом. Потому что как-никак людей легче объединить в какие-то группы и потом управлять уже ними в целиком. Самый типичный лид на нашем рынке — это мишленовский повар с поварятами. Он уже давно сидит на этом проекте, он уже все знает, он уже знает клиента, он уже дольше всех с ним работает. Это может быть не клиент, это может быть заказчик или продюсер, или это режиссер, или это вообще может быть аутсорсный проект. Но к этому человеку, к нашему главному шеф-повару, к нему менеджмент приводит стайку джунов, которые еще там не умеют так классно, как он, и по большому счету он просто учит их готовить такие же классные картинки, как он сам. Это первая основная разновидность, которая у нас есть. Вторая разновидность, очень популярная на нашем рынке, это играющий тренер. Он всегда находится на условном поле вместе с командой, является опорой и главной, наверное, палочкой-выручалочкой в стрессовых ситуациях. Он всегда может выйти на замену чуть ли не любой позиции, и, наверное, что самое важное, у тренера есть стратегия и какая-то тактика, которой он придерживается. Пообщавшись с другими коллегами своими и там на основе каких-то сплетен в барах, мы все пришли к тому, что на СНГ-шных просторах есть... Так, секундочку, у меня немножко уехала камера. Так, так лучше? Я сполз немного. Сори. Проанализировав других ребят, я обнаружил, что на СНГ-шных просторах есть очень острая проблема идентификации лида. То есть, когда нам дают должность лида, мы не совсем понимаем, что мы вообще должны делать. Типа, и что теперь? Мы просто делаем? Мы главный делальщик картинок? Или, возможно, мы просто менеджер теперь? Или мы креативный директор, который принимает решения? И это все очень сложно, потому что нас никто этому не учит, никто нам не рассказывает, что делать вообще нужно. И то ли мы просто классные сеньор-артисты, то ли мы скорее менеджмент, но мы что-то среднее. Мы прослойка между менеджментом и между артистами. Вот наша, наверное, главная задача, по крайней мере, моя, это объяснить менеджерам, которые думают, что продакшн работает так, как на картинке слева, объяснить им, что исполнители на самом деле чем-то заняты и что на самом деле все работает так, как происходит на картинках справа. Мы у себя, мы делаем full CG production прям. То есть все происходит на компьютере. У нас есть, конечно, комбинированные съемки с постпроцессом очень сложным, но это еще сложнее, еще запарнее. И в связи с этим у нас очень большое количество тонкостей и нюансов, которые знаю я, которые знает команда, но которых не знает менеджмент. Да им, в принципе, они не должны этого знать, у них задача другая. И мое знание того, как происходят процессы под капотом со стороны исполнителей, очень помогает нам в работе. На нашем рынке топ-менеджмент считает, что наша работа довольно простая. Это же не вагон разгружать. Соответственно, очень много менеджеров считают, что на компьютере все делается легко и быстро. От них можно часто слышать, что в духе «да возьми, просто нарисуй» или там «давай подкинем какой-то плейт» или что-то в этом духе. Но на самом деле же все куда сложнее. И моя задача как раз вот гасить вот эти вот проблемы. А менеджеры не совсем понимают, что происходит, потому что их главная задача — это успеть и заработать, как это ни прозаично. А находясь с нами в одном помещении, что часто происходит, есть ощущение, что мы постоянно ходим, пьем чай, мы чего-то ждем, у нас что-то рендерится, что-то у нас компилируется, и вместо того, чтобы изображать деятельность и барабанить по клавиатуре, мы задумчиво смотрим в 178 программ, открытых на 4 мониторах. И со стороны для них это выглядит как не работа. А на самом деле это целая куча проблем, про которые я должен знать, о которых могут не говорить мои артисты. Это целая куча проблем, затыков, технических катастроф, когда что-то не работает, перерендеров и прочих неприятностей. Регулярное приключение, когда весь отдел бьется головой о неработающую симуляцию воды, а она в какой-то момент просто сама заработала, и никто не может объяснить, почему по сей день. И по большому счету это те проблемы, которые я должен решать, которые решает лид, тим-лид. Он связующее звено между артистами и топ-менеджментом. А еще мы на общедоступном языке объясняем менеджменту, что происходит у нас внизу и почему это должно быть именно так.
потому что в итоге менеджмент очень легко может допустить ошибку в планировании, срисковать деньгами и очень большими проблемами в команде, загнать нас всех в кранчи и дедлайны, а это никому не нужно. Артисты, они же как дети. Они с огромным удовольствием готовы построить вам в песочнице свой собственный маленький Нью-Йорк, потому что они очень любят это дело. В то время как клиент вообще заказывал деревню дураков. Артлид, он же призван объяснить, что, сколько времени делается, и почему это делается именно так, и помочь менеджменту планировать грамотно те или иные вещи. Артлид доносит до HR-ов, почему иногда добавление людей в команду не решает ситуацию и не помогает в проблеме. Ну и в конце концов, мы вот все тот же самый переводчик с клиентского языка на понятный. Так сложилось, что большинство креаторов, с которыми приходится сотрудничать, приходится работать, это интроверты. По крайней мере, которые мне попадались. И они любят зарыться в свой комп, они любят, чтобы им дали понятную задачу, и их никто не трогал какое-то время. Эти люди на самом деле не настолько интровертны, как кажется. Они просто большую часть времени очень сильно сфокусированы. Они сверхсфокусированы 80% этого времени. Они ненавидят, когда кто-то выдергивает их из процесса. Это очень тревожно, это очень стрессово. И это очень важно понимать. Важно знать, что эти люди такие. У них такое восприятие, они по-другому не могут. Такие люди, такие сверхфокусы, они очень эффективны, но они крайне переживают, когда вы приходите к ним и просто резко меняете им задачу. Для них это очень большая проблема. Вы их отвлекаете на какое-нибудь очередное заседание, брейншторм, митинг или синк. А большинство художников не понимает, зачем эти совещания нужны постоянно. Особенно тогда, когда на совещаниях их просто ставят перед фактом, а никто не спрашивает у них, как мы будем поступать или что мы будем делать. А это, к сожалению, распространенная практика у нас. Для них это тревожно. Они тревожны не потому, что они не любят общаться. Для них это тревожно, потому что в это время они не работают в том виде, в котором их психика привыкла работать. На моем опыте таких людей довольно много было. Более того, эти ребята, они еще и чувствуют вину, если они не работают. И если вы себя сейчас узнали, то сходите к психотерапевту, поговорите об этом. Это дело лечится на самом деле, это хорошая штука. В этом нет ничего плохого, просто специфика такова. И когда на кухне там менеджмент видит кого-то, сидящего в углу, какого-то креатора, который очень с грустным лицом уперся в свой кофе, это не факт, что его девушка бросила. Возможно, у него что-то не рендерится, и он сидит, думает, что с этим делать. Вот. Скорее всего, он просто сфокусирован и думает над решением задачи, потому что она его беспокоит очень сильно. Мы очень близко принимаем похожие технические проблемы, похожие технические вызовы. Мы прям все берем на свой счет. Я точно такой же на самом деле. А вот когда задача решена, они расцветают, они прибегают показывать к своему лиду, к своему менеджменту, как у них здорово все получилось. И их обязательно нужно хвалить. Обязательно. Даже если они сделали вообще не то, что нужно. Даже если они сорвали сроки. И даже если это все дело вообще никуда не применимо. Как бы там ни было, их обязательно нужно хвалить, поощрять их работу и постараться сделать так, чтобы тот кусок работы, который на сегодняшний день не получится применить в текущем проекте, мы обязательно запомнили, применили в следующем проекте, как уже готовую наработку. И когда мы это применим, надо прийти и сказать: «Йоу, вот это классно, что у нас эта штука уже была сделана, разработана. Как круто, что ты тогда потратил на это время». Тогда это работает и для вас, и для них. И вы получаете довольного человека, который понимает, что его работу ценят. Таким образом, они будут чувствовать, что их работа нужна, важна для целостной картины. Они на самом деле любят быть частью команды и быть частью корабля. Кроме всего прочего, у креаторов есть еще общая проблема с завышенным уровнем ожиданий. Это касается, наверное, всех. И джунов, и мидлов, и сеньоров. Все же хотят работать для Star Wars, DreamWorks и Pixar. Ну, то есть, прям, там же все совсем по-другому, правда? Там супер невероятный уровень, там супер невероятная графика, там никогда ничего не ломается, там всегда все ух, ах, и вообще какой восторг. Но на самом деле там все то же самое, просто риски больше. Там такая же нехватка сроков, там такая же нехватка бюджетов, там такие же проблемы с планированием, там такая же нехватка кадров. И что самое страшное, то, что я уже сказал, у них очень большие риски, у них очень страшно потерять деньги. И по большому счету, когда вы попадаете в такую студию или просто в любую студию, которая занимается серьезными проектами AAA качества, рано или поздно вы
обязаны осознать, что это не полет фантазии и не гонка за творческой самореализацией. Работа в крупных студиях зачастую — это соревнование, кто крепче, вы или ваша нервная система, или дедлайн. И это сложно. Естественно, артисты, сталкиваясь с такой суровой реальностью, которая им не нравится, которую им сложно принять, они демотивируются очень сильно. А ведь мы же приходим в индустрию не чтобы демотивироваться, мы приходим потому, что мы любим то, что мы делаем. А еще денег за это дают. И мы такие: о, класс, можно делать любимые вещи, нам за это еще и платят, и, возможно, это можно прийти и показать маме, и мама скажет, что класс. А тут все становится немножко не так радужно, как кажется. И удержать таких людей становится тяжелее. Кроме всего прочего, у нас есть еще постоянная погоня за оптимизацией процессов. Фактически происходит вот что. Новички, новые ребятки, они приходят на работу, получают новые для них задачи, они для них в новье, они такие: вау, что за штука? И они активно за них берутся, хватаются, потому что это что-то свежее и новое, такого раньше еще не было. Я по себе обратил внимание, что первый год-полтора ребята, которые недавно пришли, они очень активны, их все устраивает, они будут все менять, будут предлагать новые неожиданные решения, они смотрят вне привычных рамок, они модифицируют постоянно процессы, потому что они пока еще могут посмотреть на ситуацию со стороны, у них еще не выработался шаблон поведения, работа еще не превратилась для них в рутину, и им это все еще интересно, они готовы копаться в особенностях и выдумывать новые решения. А менеджеры же и прочие PM, они тренируют работников делать определенные вещи определенным конкретным образом, в определенные сроки. И отступление от алгоритма действий, оно часто карается руководителями, так как это бывает слишком рискованно и сулит потери денег. А художники и артисты, которые умеют следовать этим правилам, они у них называются опытными. Проджект-менеджеры же натренированы в первую очередь получать от команды результат и за нужное время. Возможно, даже нужного качества. Но при этом далеко не все проекты ставят в приоритет отношения с этой командой. Это, по большому счету, никем никогда не обсуждается. И если PM дружит с ребятами, то это считается: вау, классная тема, крутой чувак, давайте его оставим, дадим ему большую зарплату. В итоге картинка у нас получается очень странная. Ребята в маленьких студиях, в маленьких командах на самом деле имеют творческую свободу делать так, как они хотят, но они смотрят на большие студии, у которых огромные амбиции, AAA-проекты, где сидят гораздо более сложные ребята на очень рискованных проектах, которые очень сложно и тонко менеджерятся. И фактически, глядя на большие студии, они пытаются повторить их опыт, но еще не знают, что это путь, по большому счету, не совсем туда, куда они хотят. Потому что у них там риски. Но дело в том, что особенность Star Wars, Pixar и DreamWorks как раз в том, что несмотря на высокие риски, постоянную гонку оптимизации, того, что там это происходит все очень стрессово, там это происходит очень экологично, корректно и грамотно. Там грамотно работают тимлиды. Они не позволяют креаторам скатываться в дизмораль, не позволяют менеджерам этого делать. Они тянут лично каждого и всех в сумме вместе. И они отстаивают интересы команды перед супервайзерами. Вот и получается, что огромное количество людей в какой-то момент разочаровываются в индустрии, глядя на большие сложные студии с невероятными проектами, рискованными. И они уходят делать что-то свое маленькое. Инди-кино, анимацию, маленький мультик или что-то угодно, что угодно другое, таким образом, как они сами хотят. Где не будет злого клиента, злого продюсера или супервайзера, который будет принимать за них решение. А в студии, в современных реалиях, с постоянной гонкой, с спорами с продюсером, это превращается в бомбу замедленного действия. Люди приходят делать красивые картинки, они хотят этого, они любят делать эти картинки, а уходят с депрессией, выгоранием и нежеланием вообще работать в индустрии, в принципе. И как раз проблема в том, что у нас отсутствует фактически умение грамотно лидовать, у нас нет образования по этому поводу, про это никто никогда ничего не говорит, к сожалению. А менеджмент же, он же тоже никуда не пропадал. У них просто задача другая. И от этого как-то становится немножко грустно, потому что ребята перестают понимать свое место, свою цель, они перестают понимать, что их ценят. И просто тонут в рутине однотипных задач. Вот. И когда твоя жизнь окончательно превращается в ад, есть шанс, конечно, сменить работу. Вроде бы должно работать. Но это еще не значит, что там сильно лучше.
И первое время, конечно, это все вроде бы хорошо, пока для тебя процессы, опять же, в новинку. А потом все примерно то же самое. И где-то на третьем-четвертом кругу этого удовольствия половина ребят либо смиряется и сидит, ждет, пока им дадут зарплату, либо выгорает и больше не возвращается в индустрию. Так вот. Вы, как тимлид, должны, по большому счету, на все на это дело оглядываться постоянно. Все, что я перечислил выше, это все проблемы, которые у нас преследуют, которые преследуют художников, которые с нами сидят постоянно. И здесь дальше несколько ключей о том, что с этим можно делать. Эти вещи довольно очевидны, кажутся, но в каждой своей команде это будет очень узконаправленная конкретная штука, которая будет работать по-своему, индивидуально. Ну и очевидно, что старайтесь минимизировать вообще применение силы. Любая откровенная жесткая манипуляция на уровне «если ты сейчас не придешь на совещание, будет хуже» или «ты обязан успеть в этот дедлайн» — это очень сильный стресс и очень сильно давит людей. Это не так работает, если вы хотите от них что-то получить вовремя. В жизни этих ребят и так хватает стрессов, и заострять внимание на том, что еще и хуже может быть, вообще точно не нужно. Многим людям это тоже не под силу, но тут есть полезная практика ставить себя на позицию исполнителя. И, по крайней мере, пытаться понять, что у них не работает, почему получается дольше, чем должно было быть, из-за чего у нас получился факап, что пошло не так. А чаще всего все решается очень просто. Можно просто спросить. На самом деле они с удовольствием расскажут вам, что у них болит. Тимлиду очень важно ставить команду выше по приоритету, чем саму задачу, и тянуть одеяло на себя и на свою команду, чтобы всем там было тепло и уютно. И важно защищать и гордиться своей командой, каждым по отдельности, но и при этом всеми вместе в совокупности. Это отдельное умение, это тонкое заигрывание с психологией команды, с психологией толпы, если можно так сказать, с аудиторией. Товарищеские и честные отношения с ребятами, когда вы честно можете обсудить даже острые проблемные ситуации, в которых кто угодно может оказаться виноватым, вот ситуация, когда вы это можете спокойно обсуждать, всегда лучше, чем любое давление, чем любой скандал. Поговорить по душам. Возможно, выдать человеку выходной, потому что он ему нужен, чтобы он отошел после последнего кранча. Вот этим отличается на самом деле Star Wars, Pixar и DreamWorks. У них это есть, а мы к этому еще только приходим. Поэтому кажется, что трава у них зеленее. По большому счету, вы — это подушка безопасности для вашей команды. Вы должны брать на себя удар и гасить его максимально. Вы отвечаете за то, чтобы у очередного клиента не возникло желания уничтожить вашу команду морально. Вы отвечаете за то, чтобы после очередного спринта от дедлайна к дедлайну все выжили, а еще лучше вообще не попадали в какие-то проблемы. Берите на себя удар, фильтруйте правки сами. Как тимлид, как проджект-лид, забирайте эту штуку на себя. Не позволяйте продюсерам или клиентам, возможно, иногда PM-ам, это зависит уже от индивидуальных отклонений, не позволяйте им напрямую работать с артистами. Потому что это в 99% случаев ведет к конфликту интересов и к открытой конфронтации. Это не здорово. Берите удар на себя, не информируйте команду пока что о проблемах, когда они появляются, пока у вас нету решения. Обсуждайте все плюсы и минусы и правки сначала с менеджментом, с управлением, и потом уже выдавайте это дело своим ребятам. Это важно, так как вам они доверяют. Ну, или должны, по крайней мере, доверять. Естественно, вам важно сглаживать подробности и недовольные вопли клиента, потому что просто копипастить то, что кто-то кому-то там что-то плохо рассказал и накричал на кого-то, явно не надо. Артистам это просто точно не нужно знать. Вы должны их немножко изолировать от этих проблем и забирать их полностью на себя. Выстраивайте взаимоотношения таким образом, чтобы команда видела в вас друга, а не врага, постоянно заваливающего артистов правками и коррекциями. Есть такая штука, я часто ее применяю, это практика общего врага. Поскольку мы работаем как аутсорсеры, у нас, естественно, во главе всего стоит желание клиента. И я часто, когда происходят какие-то проблемы на проекте, выстраиваю отношения вокруг этой штуки таким образом, в духе «черт возьми, ребята, мне тоже не нравятся эти правки, я считаю, что это плохое решение, но клиент это утвердил, мы должны это сделать в указанном качестве, в указанное время. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы продюсер это утвердил или клиент это утвердил,
а мы при этом ничего не делали. И несмотря на кажущийся деструктив в этой концепции, это очень хорошо себя рекомендует в том плане, что все работает. Типа, вы остаетесь на стороне команды. Главное тут не сильно обкладывать грязью клиента, чтобы окончательно не обесценить его, иначе вы рискуете дожиться до ситуации, когда клиента не любит никто, все считают его за олуха, и никто не хочет работать на этом проекте, потому что там клиент негодяй. Так тоже не стоит делать. Опять же, границы эти не стоит переходить. Забирайте удар на себя, как я и говорю, общайтесь со всеми вносителями правок сами. И сами объясняйте им, почему эти правки — это плохая идея. Если клиент упорно требует того, за что он заплатил деньги и не готов принимать ваши решения, окей, значит, мы спускаемся к команде и говорим: что ж, эти ребята, конечно, стоят на своем, нужно что-то с ними решать. Давайте придумаем, как ничего не сделать и минимальными силами запрувить эту штуку. Как-то так. Намного лучше в итоге получается, когда вы это дело забираете на себя. Поскольку вы сами знаете уровень загрузки команды, кто в стрессе, кто не в стрессе, кто готов слушать эти правки, кто не готов слушать эти правки, кто и когда завершил ту или иную часть работы, кто уж устал, а кто еще не устал. Вы должны это знать, вам бы хорошо в этом ориентироваться. А впускать недовольного заказчика в комнату с исполнителями – это крайняя мера, я считаю. Намного проще в итоге будет собрать после подобного кранча ребят на пиво с пиццей, посмотреть на проблему с точки зрения пацаны. Вот это мы, конечно, сделали. Вообще устали, капец. И при этом чувство командной ответственности в этом случае они играют очень хорошо, потому что если вы грамотно делаете свою работу и все знают свой участок работы, то тогда все понимают, что работа другого человека зависит от тебя, и качественный результат в итоге зависит от каждого непосредственно. А в сумме все молодцы. И тогда это хорошо отрабатывает. На самом деле, если артисты чего-то не успели как команда или каждый в отдельности, то в 60% таких случаев виноваты руководители, которые некорректно спланировали нагрузку или дали невменяемые сроки. У нас это очень любимое мероприятие. Есть еще такая классная практика, которую я очень люблю, это crunch team building. Ситуация, которая может разыграться, когда у вас очень высокий уровень доверия в команде. Это только так может сработать. Фактически, вы страшные дедлайны и правки, которые на вас навалились в невероятном количестве, для своей команды вы их интерпретируете и подаете для них как театр абсурда. Вы доводите их до абсолюта. И просто с хохотом и гигиганьем смотрите на результат, который отвратительно выглядит на экране. Все очень плохо, все несется в тартарары, но зато весело. И это может работать, и все выживают под конец такого мероприятия. Ну и вариант, когда вы раскидываете задачи, есть способ задать моральный дух, это способ манипуляции толпы. Вы задаете моральный дух при этом таким образом, будто вам предстоит высадка в Нормандии, и только сплоченность и взаимовыручка помогут вам выжить и перейти через этот чертов пляж. Вы переподготавливаете команду к тому, что будет очень-очень тяжело. Вот прям, если мы сейчас все вместе не сплотимся, не рванем, не сделаем из последней мочи, мы точно не сдадим проект. И поэтому, когда вы заряжаете, накаляете атмосферу настолько сильно, они сталкиваются с реальными задачами, и они кажутся им очень простыми и легкими в сравнении с тем, к чему их готовили. И тогда кранч проходит очень легко. Вы такие: а, так, я-то думал, сейчас тут будет, а тут-то все легко, изи. Сейчас все сделаем. Эти штуки работают. Это две, наверное, моих самых любимых способов взаимодействия с командой. Отдельно, наверное, нужно рассказать про менеджмент дедлайнов. Всегда, всегда, всегда вы должны интересоваться у ваших артистов, сколько времени уйдет на ту или иную задачу. Даже когда она у вас заранее распланирована, а вы их вроде бы как просто ставите в известность. Так не стоит делать. Уже отталкиваясь от названных артистом сроков, регулируйте и объясняйте ребятам, команде, что в этот раз мы не можем использовать классные такие сроки и спокойно, размеренно делать данную тасочку. Давайте мы пожертвуем качеством, но сделаем быстро. Чаще всего, как это ни удивительно, но клиент готов жертвовать качеством ради сроков исполнения. И это всех устраивает. Важно, что это обычно не устраивает исполнителей, то есть художников, аниматоров, 3D-шников, потому что все хотят делать невероятный уровень, но у нас на это нет времени. И
манера подать эту информацию, это немножечко нужно, конечно, чуть-чуть уметь. Вот. Про все это стоит договариваться на берегу и максимально избегать кранчей. То, что ваша команда способна работать 6 месяцев и перевыполнять план, это еще не означает, что все должны страдать в течение этих 6 месяцев. На самом деле, вполне вероятно, что на 7-м месяце они пошлют вас к черту и все уволятся. Потому что такое вполне может быть. А если еще зарплату не платят, вообще кошмар. У нас в нашей специфике конкретной мы работаем короткими спринтами в условиях, так сказать, постоянного марафона. То есть есть большой проект, он не заканчивается. В рамках этого проекта есть небольшие короткие отрезки, на которых мы и упарываемся изо всех сил. И суть в том, что я не очень хочу первых мест на этих спринтах. Они мне по большому счету не нужны. Мне нужно, чтобы в процессе марафона никого не откачала скорая, чтобы всем было комфортно и всем было хорошо, и я не потерял бегунов. Потому что учить ребят заново, новых, которых там наберут, возможно, и то, если их найдут, потому что у нас есть проблема с кадрами, гораздо сложнее, гораздо стрессовее для всех. Это будет большая просадка по эффективности. Конечно, без кранчей не бывает вообще. Но очень важно продолжать общаться с командой, узнавать, где, когда и кому стоит дать более размеренную задачку, а когда, наоборот, немножечко поднадавить. Когда человек уже тревожится, и ему нужно дать восстановить ресурсы. Все это тонкие материи и работают... Это общие вещи про тонкости, которые работают очень индивидуально для каждого человека. В каждой студии это будет по-своему. Есть еще такая полезная штука, как перемешивание задач. Не обязанностей, именно не обязанностей, а классических тасок постоянных, которые встречают артисты. Это может выглядеть как стрессовое упражнение, потому что нужно поменять род деятельности, но на самом деле эта штука помогает ребятам вылезти из психологической клетки «я делаю одно и то же». Это плохо, когда так случается. Художники склонны попадать в этакий день сурка, когда каждый следующий день... по их мнению, не отличается от предыдущего. Или им кажется, что они ничего не сделали. Как будто они изо дня в день сидят, таскают эти 3D-модели, а результат нулевой. Правда, взвешиваешь потом его папочку на сервере, а там 400 гигабайт, вот тебе и нулевой результат. В самом лучшем случае, в итоге, вы достаточно глубоко должны знать каждого в своей команде и ориентироваться, и прогнозировать, кому что будет нравиться. Кто чем интересуется, кто что хотел бы попробовать. И это является отличной гимнастикой для мозгов, которая позволит ребятам не укатываться в депрессию и оставаться живчиками. Плюс переключение задач вовремя, это вообще отлично для них будет работать. Не рандомно. Давайте помнить про то, что рандомное переключение тасок – это плохая идея. Естественно, если вы дали человеку новую для него задачу, в которой он будет разбираться какое-то время, не нужно садиться ему на голову с постоянными вопросами, ну когда ты уже дашь нам результат, ну когда уже, там, ты, уже скоро дедлайн, где ты там уже, как там дела. Естественно, для него это будет очень жуткий и страшный опыт, и он вообще больше не захочет делать что-то помимо его стандартных его тасок, которые он постоянно выполняет. Я вообще стараюсь к людям приставать с подобными вопросами не чаще, чем там один раз в день. И то очень слегка, очень быстро, максимально и на изичах, чтобы никто никогда не подумал, что я требую от кого-то срочного ускорения. Потому что все на постоянной панике любят сидеть и ждать, что «а сейчас придет PM и будет подгонять еще сильнее». На самом деле это ну, нам нужно просто для того, чтобы получить статус и убедиться, что все в порядке, что мы двигаемся согласно плану. Разрешить команде то, что они хотят, это, наверное, самое сложное умение. Потому что в обертку из сложного ТЗ, которое должно учитывать все вообще необходимое для клиента, все его хотелки, всех вышестоящих, надо каким-то образом еще и уместить то, что хотел бы сделать артист. Это, возможно, что-то маленькое, что-то для вас, возможно, кажется что-то незначительное. Но, допустим, у нас есть шот, в котором есть анимированные облака. Помимо анимированных облаков, там еще есть лейаут, анимация, пляшущие овцы, горы, ветер, целый лес и куча всего сложного. Но у вас есть артист, который хотел делать облака. А в этом шоте есть облака. Вы знаете, что нужно делать? Дайте ему этот шот. Он сначала сделает облака, они будут очень красивые. А в процессе он еще и сделает вам овец, лес, горы и вот это вот все. И это кажется немножко манипуляцией. Но это не кажется, так и есть. Так вот, такие задачи
они играют нам на руку очень сильно. Потому что когда мы делаем то, что мы хотим, как хардист, мы получаем гораздо более качественный результат, и зачастую мы еще и получаем его очень сильно вовремя, потому что человек горит тем, что он делает. Вот. Собственно, и итоговый результат всего-всего продукта получается намного выше среднего. Есть еще такая практика, как тандемы в команде. Когда у вас команда больше 5 человек, а это может быть и 15, и 20, и 30, а в больших командах для тимлидов это и 100 человек могут быть, то вы обязательно будете строить тандемы, которые будут... Это некие пары, которые роднятся по взаимодействию. Это ребята, которым комфортно друг с другом, которые... Это пары, тройки, это квартеты какие-то, внутри которых все работает более-менее слаженно. Этих ребят обязательно нужно выявлять и определять, какие задачи можно смело доверить вот этой маленькой субкоманде внутри большой команды. И при этом вам придется выступать, конечно же, в роли рефери. Если в этой команде маленькой возникают споры, безусловно, их нужно решать. Но они возникнут в любом случае, потому что у каждого свой взгляд на то, как стоит реализовать те или иные вещи. Ну и как в любых отношениях, overall, нужно быть готовым к тому, что вам потребуется время для того, чтобы вникнуть и разобраться. Но overall такие микрокоманды внутри вашей большой команды тоже играют вам на руку, потому что ребята чувствуют свое право планировать самим, и они чувствуют, что им доверяют, что вы приходите, отдаете им задачу, и, грубо говоря, не волнуетесь. Для них это честь и почет. Ну, естественно, скетчи и драфтовые версии. Без этого тоже никуда невозможно уехать, потому что есть такое правило у нас, считается, что не стоит показывать незаконченную работу клиенту, но это работает далеко не всегда, потому что очень часто клиент, хоть и не до конца понимает, как будет выглядеть готовый продукт, вы со стороны исполнителя, как лид, должны показывать промежуточные варианты для того, чтобы на больших формах, образно выражаясь, понять, чего вообще ждет клиент в каком-то этапе. Далеко не все клиенты умеют классно давать таску ртом, и это сложно. Потому что люди не умеют нормально разговаривать, и вам потом приходится это расшифровывать сначала для себя, а потом надеяться, что то, что вы расшифровали, поймет ваша команда грамотно. Поэтому маленькие этапчики с большими формами. Что я имею в виду? Допустим, у нас мы возвращаемся в то же самое поле, на котором есть анимированные облака и лес, и пляшущие овцы, и вместо того, чтобы сразу отправлять клиенту черновую версию всех санимированных овец, всех анимированных уже облаков, полностью рассаженный лес, отправьте ему лейаут простой, на котором у вас вместо овцы кубик, а вместо облаков треугольники. Вместо леса просто огромная какая-то масса. И это то, что я имею в виду уточнять на больших формах. Таким образом, мы сразу отсекаем проблемы в духе «Ой, у вас полностью совершенно не так двигается овечка, как мы ожидали», и вот это вот все. Таким образом, мы можем заранее предсказывать траекторию овечки, качество леса, высоту леса, расположение вообще леса в кадре, потому что далеко не все присылают визуальные референсы того, что они хотят и как. Ну и, собственно, на начальных этапах гораздо проще сформулировать и понять, чего хочет клиент от вас, а вы чего хотите, собственно, от команды. Очень часто команде не нравится показывать сырой результат, но очень полезно убедить их в том, что мы сейчас вот эти вот кубики покажем, нам расскажут про кубики, а мы дальше себе спокойно будем кубики заменять на овечки, и это будет хорошо работать. В конечном итоге это играет нам на руку, потому что команда не стрессует over too much в тот день, когда к нам приходит правка с рассказками, что все неправильно, все нужно переделать. Но при этом ожидайте правок гениальных на уровне того, что а что у вас тут небо черное? Мы должны были делать голубое, а это плейбласт серенький просто был. Ну и про важность точного ТЗ. Есть такая интересная особенность человеческой психики. Когда мы находимся внутри грамотно спланированной структуры, внутри которой есть четко обозначенные правила и роли, которые работают на тебя и для тебя, то мы позволяем себе выключить мозг и играть по этим правилам. Нам в этом комфортно. Так работает наше восприятие. И при этом мы продолжаем чувствовать себя совершенно свободными, и нас как будто бы ничего не утесняет. И в целом такой порядок вещей человеку очень нравится, потому что не нужно принимать сверхсложные собственные решения. Тут очень важный момент, это тонкая грань. Это про то, что
не про то, что нужно посадить артистов в железную клетку из жесткого-прижесткого ТЗ. Это скорее про то, что когда вам дают дремучий лес с интерпретацией и вариацией непонятных задач, которые требуют от вас продюсер или клиент или режиссер, очень важно точно показать маршрут ребятам, как выйти из этого дремучего леса на белый свет. Арт-лид в этом случае — это даже не капитан корабля. Арт-лид — это диспетчер, который сажает самолет с артистами, который идет в густом тумане, в котором приборы показывают не то, что нужно. Капитан уснул, потому что у него недавно был дедлайн страшный, и хочет домой вообще. А посадить самолет обязательно нужно. Вот еще такая важная штука. Дело в том, что человек — это довольно социальное животное. И насколько бы интровертными ребята не были, в любом случае они нуждаются в общении, кто бы что там ни рассказывал. И без понимания, что ты как исполнитель, как креатор делаешь, зачем ты это делаешь и каково твое место в команде, ему очень тяжело на самом деле. И команде тяжело в итоге. Люди таким образом, они теряют фокус, у них сбивается прицел, они забывают, в чем вообще смысл. Потому что деньги долго не могут удержать творческую натуру. Для них очень важно работать над тем, что их будоражит, и то, в чем они, и в том, в чем они видят смысл. Иначе они начинают хотеть домой под одеялко, а не вот эти вот все ваши вершины, свершения, дедлайны, вот это все. Фактически еще есть такая классная штука, я люблю эту аналогию. Team Lead — это доктор Айболит. Это знание того, что беспокоит вашу команду, что мешает работе, как построены процессы. Это все очень важно и, к сожалению, есть не у всех. По этой же причине креаторы очень не любят менеджеров и супервайзеров. А суть-то в том, что нужно просто выслушать всех зверей, узнать, кто чем болеет, накормить всех шоколадом и гоголь-моголем. Возможно, нужно будет пришить ножки чьей-то упавшей самооценочки. Ну вот как-то так. Ну и мое любимое упражнение для ребят — это... Скорее, мое упражнение для ребят. Это психологическая загрузка-разгрузка для команды. Фактически, это очень тонкая манипуляция на кончиках пальцев, на кончиках нервов ребят. И точное знание, когда и кому нужно дать передохнуть. Кому нужно дать выходной. Кому нужно восстановить ресурс. Кого нужно собрать когда нужно всех собрать на капитанском мостике. Объявить код красный и как капитан Шепард ринуться в бой, как в последний раз. Это тонкие грани, это очень плавно может работать, а может и не работать. Но когда это срабатывает, это великолепное ощущение. Ну и правки и фидбэк. Это, пожалуй, самая сложная и самая неотъемлемая часть нашей работы. Умение давать правки — это отдельный скилл. Это про индивидуальный подход, про индивидуально каждому художнику. Потому что каждый по-своему чувствителен. Правки нужно выдавать каждому чуть-чуть по-своему. И я об это очень много раз обжегся, по-разному пробуя работав с ребятами. И много не очень хороших историй у меня было за плечами по этому поводу, но когда все наладилось, все стало сильно проще. Я разобрался в конкретной команде. Это не про то, что на всех людей это работает. Это в конкретном месте с конкретной командой. Некоторым нужно напоминать, что они взрослые люди и что мы делаем большое общее дело. На некоторых нужно, наоборот, давить, чтобы получить должный результат. Сказать, да ты не можешь это сделать. И он тогда прорвет горы, глотку всем, кто станет у него на пути, и покажет, что он может это сделать. Третьих вообще нужно обнять, пожалеть и похвалить. Ну и когда все это дело срабатывает вместе, они в припрыжку бегут делать работу. А это то, что мы хотим. Человек — это очень интересное создание. У нас есть два очень разных чувства переживания, связанных с одним и тем же процессом. С процессом, когда нами манипулируют. Но манипулируют — это я сейчас использую специально, поскольку это некрасивое слово. У него есть негативный окрас. Поэтому использовать слово «руководитель», например, для них приятнее, для артистов. И по большому счету в корнях этих слов и хранится разница. Все построено на межличностных отношениях и тонких материях, когда вы точно знаете, что и кому и когда нужно дать. Иногда это посиделки с пиццей, иногда разговор по душам, иногда это, наоборот, нужно с ноги открыть дверь и рассказать, кто насколько сильно неправ. Но все это сквозным действием, все эти мероприятия, они направлены на достижение поставленной цели для этих конкретных ребят. Не для абстрактных менеджеров, которые не совсем знают, что они делают, например, а для каждого, кто сидит в этой комнате, кто является частью команды, частью корабля.
У нас к этим ребятам, к таким манагерам относятся довольно негативно. Артисты думают, что менеджмент покупает их за вкусняшки, за пиво, за барбекю по выходным. И иногда это действительно так, но это просто значит, что у нас нету внятного лидера в команде, который может сам сплотить коллектив вокруг себя таким образом, чтобы никто даже не мог подумать, что это фальшь. Это то, о чем я уже ранее говорил. Лид — это не про материальные отношения. Это про отношения коллектива внутри себя. Это про заигрывание с мотивацией с этим коллективом. И как бы сухо это прагматично не звучало, это действительно про уровень манипуляции ребятами. Но тут есть маленький интересный нюанс. Насильно лид не будешь. Я считаю, что менеджменту стоит меньше уповать на нанятого лида. Человека, которому просто дали денег для того, чтобы он привел в порядок команду, это не лид. Это чаще всего кризис-менеджер, и то в лучшем случае. Это человек, которого, опять же, будут не любить, спорить с ним и не принимать его по-человечески. Намного больше хороших примеров я видел, когда до лида повышали кого-то из ребят внутри команды. Конечно, сначала это сложно, это проблемно и стрессово. У меня что-то сломалось. Окей, будем на черном экране дальше. Это проблемно и стрессово. Вчера мы были такими же, как они, а сегодня я раздаю таски, и артисты совсем не сразу понимают, почему вообще они должны слушать тебя, потому что ты вчера был такой же. Но со временем ты, как новоиспеченный лид, понимаешь свою роль. Начинаешь зарабатывать какой-то вид респектов и уважения в команде. Естественно, уровень доверия у тебя растет, а уровень их стресса падает. И это самое главное, потому что намного приятнее знать, куда ты бежишь, что имел в виду клиент, когда купят лицензию на шотган, когда удалят 3D Max, почему вода в кулере не пахнет ананасами. Умение строить такие взаимоотношения — это и есть задача для тимлидов, и это задача для эмпатов, это важно. Это для тех людей, которые умеют сопереживать. Это умение, которое одновременно очень общее и имеет очень тривиальное описание, типа «просто будь дружелюбным». Но при этом это сверхузконаправленное, потому что один и тот же человек в совершенно разных условиях, разных командах будет работать по-разному. Ну и не стоит забывать о том, что тимлид — это тоже человек, он тоже не железный, и он тоже подвержен стрессам и переживаниям, точно так же, как и все остальные смертные. За команду, за студию, за проект. И вы точно поймете, что вы делаете все правильно в тот момент, когда у вас будет сложный период, а ваша команда станет на вашу сторону, защитит вас и поддержит, что бы у вас там ни происходило. Как-то так. Сергій, дуже тобі дякую. Ти, як знаєш, висипав мені мішок солі на рану тільки що, оскільки фактично у нас з тобою дуже схожі професії в цьому плані. Єдине, що я як лід проєкту фестивалю. І от я хотіла з тобою поговорити про жертви. Фактично, да, ми працюємо не тільки на благо і заради команди, так? В тому випадку є клієнти, в тому випадку є аудиторія, є замовник, це, наприклад, може бути держава або якась приватна організація так само, і всім треба якось вгодити. Але да. Інколи ситуація буває така, що заради того, аби комусь зробити краще, комусь так само треба зробити трошечки гірше. І знехтувати чимось бажаннями і тому подібне. Що ти порадиш, або чи були в тебе такі ситуації, і що було в результаті? Тому що в мене такі ситуації трапляються доволі часто, і, як правило, в результаті я є та людина, яка закриває оці всі дірочки, аби всі були щасливі, і все було налагоджено, і добре, і там, не дай Боже, щоб когось не ранити, особливо творчих людей з команди. Тобто я намагаюся так це робити. Але, знову ж таки, я теж, як ти сказав в кінці, лід – це незалізна людина, яка не може не собі все тягти. Рано чи пізно ти просто починаєш вигорати, і це може так само і для тебе дуже погано закінчитися. Фактично, да, у мене... Мне знакома эта ситуация очень сильно. У нас очень часто встречается ситуация, когда амбиции креаторов не совпадают с желаниями аудитории в твоем случае. И ну, я в этом случае прихожу и стараюсь откровенно об этом поговорить с ребятами, что типа, guys, в этот раз, ну, мы делаем вот так. Мы делаем вот так, потому что...
И я стараюсь быть в этом максимально с ними честным и открытым, даже если приходится где-то прибегать к каким-то не таким уже мягким техникам, знаешь, то в любом случае я стараюсь к каждому отдельно потом подойти и сказать, ну ты же понимаешь, ну надо, ты же понимаешь. И я, это, наверное, немножко тщеславно, но я же все равно подпитываюсь энергетикой от этих ребят. И даже когда это очень грустно и приходится действительно делать не то, что хочется, приходится идти на очень лютые компромиссы, приходится отрывать от себя и идти на компромиссы с собой, это тоже очень тяжело, это отдельная статья проблемы. Ты правильно заметила, что фактически ты отрываешь от себя кусочки для того, чтобы залатать какие-то проблемы. Ты тратишь собственные силы, собственную энергетику для того, чтобы поддержать вот этих ребят, которые сейчас, они вот еще чуть-чуть, и они рассыпятся. Но в момент, когда они не рассыпались, они подсобрались и сделали, они начинают отдавать. Ты начинаешь подпитывать, ты чувствуешь от них вот эту энергетическую отдачу. Это довольно эмпатичная штука, странная. Возможно, не все меня поймут, но энергетика, которая несется от благодарных тебе людей за классно выполненный результат, даже когда закончилось что-то очень тяжелое и плохое, даже когда это огромный тяжеленный фестиваль длиной в несколько дней, на котором огромное количество людей ждет от тебя какого-то ответа, всем тревожно, всем плохо, в конце дня сейчас все закончится, камеры погаснут, и они все придут и скажут тебе огромное спасибо. И я уверен, что что-то у тебя зашевелится в этот момент, и ты поймешь, что, наверное, вот ради этого. Когда тебе придут потом аудитория, скажет, что все классно, ты понимаешь, что все сделано правильно. Что сделано правильно и со стороны команды, и у тебя все добежали твой марафон, и в то же время ты все правильно сделал для аудитории, когда все остались довольны. Понятно, что все не будут довольны. Обязательно найдется кто-нибудь один, кто скажет, что это за странный чувак в кепке сидел и непонятное что-то рассказывал. Такие люди, конечно, будут, без них не бывает нормальный социум, такие люди есть всегда. И я сам еще до конца не знаю, что с ними нужно делать. Для меня еще предстоит узнать эту штуку. Но я стараюсь, поскольку для меня это незнакомые люди, я просто не ставлю их мнение для себя в какой-то приоритет. Для меня приоритетным есть те люди, с которыми я сделал этот проект, и которые счастливы вместе со мной в моменте времени. На этом тяжело фокусироваться, потому что вот только что вам было весело, вы пили пиво и праздновали великолепный проект, а в следующую минуту ты едешь в такси домой и думаешь, так, а в понедельник-то на работу. Это все не очень легко. Я знаю, что это не очень легко. Я стараюсь просто быть с ребятами максимально откровенным и честным. И когда я обещаю, что в следующий раз мы сделаем по-другому, я найду для тебя проект, я найду для тебя применение, на котором ты сделаешь так классно, как ты хочешь, и найдешь способ самовыразиться, я стараюсь максимально сохранять такие вещи и держать обещания. Потому что можно заработать и нереспекты тоже. Но это тяжело, это прям тяжело, тебе приходится искать и выдумывать, а что такое можно сюда придумать, чтобы компенсировать вот эту огромную проблему, которую сделал вот этот маленький человек. Это нелегко. Ще таке про утримання і дружбу в команді, так? Ти кажеш, важлива дружня атмосфера, я з тобою повністю погоджуюсь, але в якийсь момент, коли ви вже ну занадто дружні, а потрібно десь попрацювати трошки і сказати, чи ти щось робиш неправильно, некоректно, тут дуже важливо не переступити ось цю межу. Коли тобі потім не буде соромно за те, що ти накричав на людину або зробив якось неприємно, хоча ти не хотів цього робити, це, ну, це робота, і не дивлячись на те, що ви там дружите, все одно там це твій підлеглий, і він має виконувати так чи інакше завдання, які ти йому поставив. Як не проступити цю межу і налагодити стосунки, все ж таки тримати їх в якомусь більш-менш адекватному стані? І забула, що я хотіла сказати до цього. Ну, давай почнемо з цього, я потім згадаю тобі. Ти не представляєш, яке кількість подобних проблем у мене було. Я много з ким поругався, у мене дуже іскрометний характер на самом деле. І количество раз, когда мне я с горячей головой кому-то что-то сказал, что кого-то очень сильно обидело, а я вообще это не имел в виду, к сожалению, у меня было очень высоким. Решалось это дело все тем, что я
Ну, я приходил и просил прощения, я говорил, нам нужно поговорить, можно тебя там на чашку кофе. И, ну, вот я очень честно старался максимально открыто с человеком общаться на тему того, что я понимаю, что это было зря, что это не способ вообще, что агрессия и там методы давления психологического на людей — это, ну, не самый лучший способ взаимодействия с командой и с какими-то конкретными людьми. Мне приходилось много раз извиняться за такие вещи. Мы несколько раз ругались с менеджментом, потому что я ругался с менеджментом. Типа, да вы что себе придумали, вообще так нельзя, вообще что такое? Я и с ними тоже много раз ругался. В итоге все просто решилось тем, что, ну как решилось, это не решилось, это никогда не решаемая проблема. Но я научился с этим жить. Я стараюсь с горячей головой никогда не приходить к команде, к менеджменту с какими-то проблемами. Я лучше этого... Я выдерну какого-то одного человека, с которым у меня очень доверительные отношения, который в этой проблеме ориентируется, и постараюсь с ним проконсультироваться как-то. То есть я постараюсь спросить его мнение по поводу этого нюанса. При этом точно так же у меня была ситуация, в которой человек откровенно шел против системы, он очень по-хамски себя вел, он некорректно относился к со своим сотрудникам. Но, естественно, нам пришлось с этим человеком попрощаться, и я это сделал в не самой миловидной форме, и за это получил по голове. Зато заработал респекты. То есть... Очень-очень двояко. Это сложная тоже довольно штука. Для того, чтобы не... У меня половина моих проблем, которые возникают, они связаны с тем, что нам упал фидбэк, а мне сейчас нужно прийти. И вот этого парня, который только что 60 часов потратил на эту таску, попросить все переделать. И как я это буду делать, я не знаю. А он же сейчас будет ругаться. Он будет говорить, что это, ну, мы виноваты. А мы, скорее всего, действительно виноваты, потому что мы что-то сделали не так. И... Ну, я просто к этому чуть-чуть более философски стал относиться. Для меня это чуть-чуть больший урок стал. Ну, и, наверное, я охладел темпераментом немножко. Я больше привык к тому, что это ошибка наша всех целиком, а не моя личная. То есть я перестал защищать себя, что я тут самый умный, самый хороший, а вы все вообще все неправильно понимаете и неправильно делаете. Это довольно сложное упражнение, но мне тяжело дается по сей день. Но... осознание того, что в первую очередь они ждут от тебя какой-то защиты в какой-то степени, довольно много для меня сыграло. Вот, я перестал ставить свое «я», свои собственные амбиции на первое место. Это тяжело. Погоджуюсь. Останнє таке запитання ще від мене. Чи варто утримувати людей, якщо вони хочуть піти? Ух, ух, big уф, прям... Очень, якщо, наприклад, вопрос. Це дуже цінна для тебе людина, особливо цінний співробітник, але він вирішив, у вас немає там ніяких особливих конфліктів, у вас, в принципі, все більш-менш добре, якщо ми говоримо про взаємовідносини, але людина вирішила, ну, що вона більше не хоче цим займатися. Да, есть такая проблема. Я в этом году лишился двух очень ценных для себя ребят, с которыми мне было очень комфортно, очень приятно. Ну, как сказать... Ужасная поговорка «если любишь, отпусти», да, наверное, наверное так. Тут скорее «если любишь, отпусти» просто по той причине, если человек, он уйдет, он проверит, что происходит в других студиях, и он поймет, что там, допустим, там не так хорошо, или он соскучится, он всегда вернется. И будет хорошо, если он вернется на хорошие взаимоотношения, без конфликтов, без ругани о том, что ты, негодяй, бросаешь нас тут непонятно на кого, черт возьми, Фрэнк, куда ты собрался? Это не так работает. Мне пришлось этих ребят просто отпустить, потому что если я их буду удерживать и говорить, ты не имеешь права нас оставить, то они останутся, но они будут продолжать быть несчастными. А это идет вразрез, наверное, с общей моей философией о том, что нужно заниматься тем, что нравится, и тем, что ты хочешь делать. Вся моя... Весь мой трактат был про то, что на самом деле это сложная задача по распределению вещей на тех, кому что нравится. Это сложно, и сложно не удерживать человека. Потому что ты замечаешь, когда человеку становится скучно. И ты замечаешь, что у него обновилось резюме в LinkedIn, ты замечаешь, что начал обновлять портфель на ArtStation, и ты такой, так, кто-то куда-то собирается. И, естественно, ты начинаешь спрашивать и слышишь не самые лучшие вещи по этому поводу для себя лично, потому что это твой товарищ, твой друг. Но
как я и говорил, если любишь, отпусти, все-таки. Если захотят вернуться, вернутся, и вам будет все так же весело, а возможно еще лучше. Потому что один из тех ребят, с которыми от меня, мне было очень тяжело их от себя оторвать душевно, мы сейчас на фрилансе работаем. Он просто соскучился, написал и говорит: Серега, так скучно, капец. Есть что поделать? Я говорю, есть, конечно. И мы регулярно встречаемся сейчас всей командой нашей, даже те ребята, которые сейчас не работают с нами постоянно, мы просто собираемся, потому что нам было здорово и весело. И это все еще про межличностные отношения. Любая движуха, так или иначе, рано или поздно, по человеческой природе, по умению выстраивать иерархию в стае, да, мы же стадные животные, скатывается в межличностные отношения. Вот. А я стараюсь, как воспитатель, сделать так, чтобы эти межличностные отношения не переросли в бардак. Супер, я з тобою погоджуюсь абсолютно на всі 100%, і напевно, якби всі ліди в різних абсолютно компаніях були такі самі, то у нас бо всі були б щасливі. Прекрати. Дякую тобі дуже, що сьогодні поділився цією лекцією, цією темою. Вона, я вважаю, дуже важлива на сьогоднішній день, і не тільки, якщо ми говоримо про роботу в креативній команді, в будь-якій, в принципі. Тому ще раз тобі дуже дякую за те, що поділився. І вам спасибо огромное, що позвали.